В открытом первенстве Российской Федерации карате приняли участие 8 стран и более 600 участников. Состязания проходили в городе Невест Иваново. В распоряжении бойцов было 4 татами. Турнир, как планировалось, он прошел в один день, но длился он с 8:30 утра, в 9 начинались бои. И закончилось награждение только в 11:30 ночи. Где-то мы в 12 мы вышли только из спортзала. Такой марафон орловские спортсмены выдержали достойно. Из 4 каратистов от нашего города 2 вернулись с наградами. Ахмед Абдулкаримов стал первым в своей весовой категории. Ну, ждать было сложно, потому что волнуешься перед боем. Ждешь, когда ты будешь драться. Денис, напротив, не волновался. Отработал, насколько сил хватило. Проиграл только по взвешиванию. Был на 3 килограмма тяжелее соперника, потому и второе место. Залогом успешного выступления считает тренировки, а стимулом – автограф звезды на кимоно. Это было в городе Реутове, когда мы ездили на соревнования. Там была звезда Киокушина, Максим Дедик. Ну, я решил подойти, сфотографироваться с ним и взять на память автограф. И в итоге он взял и расписался у меня на кимоно. Итог этого турнира, который и тренеры, и ребята рассматривали как промежуточный, хорошая подготовка к официальному первенству России. Оно стартует уже через неделю. Алина Жукова, Анна Конькова, Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».